Транспортные скачки есть, место скачки по Новокасьянам, на втором, и тут же его связь. Знаете, когда уже с начала позиции схода, не думаешь, Касьянов что-то делал? Касьянов провел скачку на втором месте и лыбе. На третьем тут же Надежда Кваша, Надежда Кваша, когда уже на втором месте, на третьем лыбе. На четвертом второй месте, и самый кайф скачку Майкрэва. 200 метров пройдены за 13,8 секунды, впереди по-прежнему Касьянов, тут же захватывает Надежда Кваша. И они пошли по ней, тут же на третьем месте Парабель. Надежда Акваша и Касьянов по две в левом повороте, на третьем месте Парабрэд. Касьянов начинает немного отпадать, на первое место переложилась Надежда Акваша, на втором месте Касьянов, на третьем Парабрэд. И тут же сад выигрывает простор. 500 метров против за 35 секунды, выход на финишную прямую, впереди Надежда Акваша. Стройки, прошу тебя, это нет. Не понял, мой спонтор атакует Касьянов.